Сейчас будем сравнивать шампунь большой Мани B1 PH13 и Грассовский Актив Селф Топ на сильно грязной машине. Прям сильно. Эту сторону обработаем Грассом, эту вторым. Одну сторону полностью обработали Грассовской пеной. Active Self. На 50-литровый баллон разводится 600-700 мл. Эта сторона будет обработана новым. Вот так работает ГРАС. Сползая вниз, стягивает грязь растворенную. Так, эта сторона у нас ГРАС. С этой стороны B1 новый. Но в принципе результат примерно одинаковый, что ГРАС полностью отмыл при правильной отбивке снизу вверх. Сзади было запенено пополам одним и другим. Смотрим, сухие участки одинаково чистые. Вот здесь снова шампунь работал B1. Нормально, да? Да, шампунь работает, что? На уровне Грассовского Актив Селф Топ.